Здравствуйте, дорогие студенты-первокурсники. Для того, чтобы открыть анкету первокурсника, необходимо ввести логин и пароль. Если у вас его нет, надо создать учетную запись или пройти регистрацию. Регистрация очень простая. Если у вас не получается, имеется в разделе «Помощь» более подробная инструкция под названием «Как пройти регистрацию». Она в наглядной форме покажет вам, как надо регистрироваться. Только вводите правильно свой почтовый адрес, фамилию, имя, отчество реальные пишите, и после этого можете входить. Открываете ссылку «Анкета первокурсника» и видите страничку для проведения анкетирования. Открываете анкету и начинаете ее заполнять. И вот она уже заполнена. Правильно вводите мышкой все необходимые варианты ответов. Обратите внимание, что там, где стоит красненькая звездочка, это вопросы обязательные. На них нужно дать ответ. Если вы его не ведете, при сохранении эти ответы будут подчеркнуты красным, и анкета не сохранится. Сохраняете анкету, все отлично, задача решена. Кроме того, на сайте имеется форум для первокурсников, где начальник отдела по связям с общественностью Малкова Лариса Васильевна ответит на вопросы, связанные с анкетированием. Спасибо, всего доброго, желаю успехов в учебе.